Ну, собственно, вот я наконец сюда и попал. Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. И, блин, как я давно мечтал поиграть в Фазмофобию. Я прям очень люблю эту игру, но вот до сего момента у меня не удавалось ее никак поиграть, потому что не было ни над чем. А теперь есть. Единственная проблема это то, что у меня сейчас на компьютере нет микрофона, но он у меня есть на телефоне, поэтому я одновременно записи на ПК записываю диктофон. Потом я это все попробую как-то соединить и посмотрим, что получится. Микрофон едет, микрофон будет в конце месяца, а там глянем, что получится, что нет. Поехали. Я даже не знаю, как все устройства тут включаются, но мы разберемся с этим. У меня нифига нету, просто первый раз сыграю. Будет ли мне страшно? Безусловно. Я в этом уверен. Ну, сложность любитель поставил. Так, попробовать. Первый раз, первые впечатления, поэтому погнали. Так, ой, бля. Пять минут, типа, безопасное время. Мне нужны денег, чтобы хотя бы термометр купить в следующий раз. Ну так, чисто попробуем. Так, ой, божечки. Давай вот это возьмем, все. Ну шо? Как он включается? О. О, что-то уже понимаю. Так, ключи есть. И вот какой дебил дал мне ключи от чужого дома, объясните. Как вот тут пере... Ага, на клавиатуру же. Камера одна из одной. Окей, ну что, поехали? Поехали разбираться. Ага, ничего себе, рассвет даже какой-то. Я вроде графон выкрутил максимальный, по-моему. Все, что можно, я выкрутил. Не знаю, я тут много чего не понимаю. Поэтому пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, открываем двери. Добрый день. А, там же еще написано, где находится щиток. Вот это все, это же надо посмотреть, включить щиток, что-то делать. Вот щиток, это что, гараж? А где вход? Это двухэтажный дом? Нет, это одноэтажный. Щиток вроде как типа в гараже. Как включается МП? Все вижу. Ну что, погнали? Ебать, хули так темно. Здрасте. А, да. А, щиток был включен все это время, серьезно? Понимаю. Так, надо комнату искать. Давайте искать комнату. А как найти комнату без термометра? Может, он где-то в подвале живет? Даже надо еще слышать, что он бросает этот дебил. Здрасте. Хер ли так темно? Такой фонарик говно, капец. Пока тихо. Блин, это вообще по-другому. На телефоне как-то так, там, такая маленькая картинка, и вообще не страшно. Здесь у меня тупо весь экран. 15 дюймов. Эту дверь закрывать. Но здесь тишина. Блять! Сука! Я понял, он здесь. Здорово. 4. Тут есть где спрятаться. Он в гараже. Это хорошо. Щиток трогал? Нахуй я тут трогал щиток? Так, хорошо. А че я не сфоткал его? Так, я пока бросаю. Короче, я пошел. Я нашел комнату. Охуенно. Без термометра. Это заебись. Ой, бля. А, смотри, у меня еще есть 2,5 минуты. У меня рассудок 79. Так, хорошо, берем. Е. Что у меня тут еще? А, фонарик, блокнот. Что я могу? Пока выкину. Пошли. Ну, я же на любителя, у меня все 3 улики должны быть, по идее. Но минусовой не было. Так. Здрасте.
Ебать, ты там шумишь. Дверь открыл. Здесь собака лазит. Я же надеюсь, он тут живет. А че он там дверь открывает? Блять, страшно нахуй, пиздец. Какие-то скрипы, шаги. Так, это сюда кинь. У меня еще никакой защиты нет, ни хера, ни благовония. Я бомж, сюда приехал что-то определять. Кого-то определять зачем? Чем меня никто не снарядил? Ну, активность маленькая, хоть радует. А, так. Все, у меня все занято. А че я не поговорил? Первый раз называется. Первый раз. Камера закупись какая. Так, какую он дверь открывал? Или я, наверное, уже не успею. Отпечатки есть. Хорошо. Это ж как-то еще фоткать надо. Так. Я понял. Хорошо. Надо же на В нажимать. Зачем? А можно это как-то убрать? Ладно. Дай нам знак. Ты здесь? Или он меня не слышит? Как отключить подсказки? Подожди. Сделаю. А есть тут вот это... Убрать вот эту хрень? Почему у меня вот эта штука? Задай вопрос. Охуеть. Не буду я задавать никакие вопросы. Так, хорошо, подожди. Подожди, журнал. У меня есть отпечатки. Это прекрасно. Закрываем журнал. Я же надеюсь, он здесь. Пошли, наверное, камеру возьмем. Ой, бля. Так, хорошо. Я, в принципе, могу на отпечатках и уехать. Я же, в принципе, убедился, что кто-то рукой трогает что-то. Так, что у меня? О, у меня только фонарик. Я вот это все беру. Нет, у меня что-то еще есть. Вот это мне не надо больше. Погнали. Сейчас лазерный проектор, камеру все установим. Вон там где-то скрипит. Свет, по крайней мере, тут не выключает. Слушай, а может он в другой комнате? Может он... Ну, он не аж тут появился, правильно? Тут он все трогал. Нет, он здесь. Двери, пожалуйста, оставьте открытыми. Так, хорошо. Как камеру эту ставить? А как ее... А, нифига себе. Это надо мышкой двигать, оказывается. Это она включена, я надеюсь? У меня еще такая штука есть. Так, ну все. Я пошел. Нахуй мне тут надо? А где ты двери открываешь? Блядь, мне кажется, я комнату перепутал. Подожди. Ёбнулся. Он, походу, здесь живет. А какого хуя? Я ебал. А чё он после этой? Какого хера? А чё он и там, и тут? Подожди, блядь. Как же без термометра сложно в это играть? Он сиську нарисовал какую-то. Так. Хорошо. Как? Что за хуйня?
Опа, нихуя себе пробежала хуйня. Так, улики. И кто это? У нас тут только три варианта. А если... Но у радиоприемника быть не может. Хорошо, это радует. Какая-то хрень с радиоприемником я потом настрою. Минусовая, блокнот, ЭМП, лазерный про... А, так, блядь. Во. Вот два из одного, правильно? То есть, если есть призрачный огонек, то это у нас банши. Если нету, то это горел. Но он тут же пробегает, значит, он в этой комнате живет. Ой, микрофон. Он же в этой комнате живет, правильно? Ой, блядь, хуйня. Так, а что у меня? Сбежать от призрака, пока он охотится за вами? Сфотографировать призрака? Засеките звуки призрачной активности. А, микрофона у меня нема. Микрофона нет. Я уже все унес, короче. Это машина, да, там гудит? А что надо? Сфотографировать? А где фотоаппарат? Я, кажется, его бросал тут. Вот только он мне и нужен. Там была грязная вода, можно почти сфоткать денег, заработать хоть. А где-то ключи от машины должны быть, не? Ёбнутый. Так, живет он здесь. Как фотку. Понял. Выключай свет. Нафига мне вот это? Скрипы одни. Так, тут я могу спрятаться, да? Хорошо. Hello. Добрый день. Вот это мне нафиг же не надо, правильно? У нас вопрос только с призрачным огоньком. Я не вижу никакой огонек, чтоб что-то летало. Кто-то стучал. Куда ты постучал? Погоди, комнату он не может менять. Я же на любителей играю. Он здесь и живет, вот тут ходит, скрипит. Короче, я оставлю камеру. О, боже, как сложно. Вон там двери открывают. Где ты дверь открыл? Собака. Ты где двери открыл? Сюда, что ли? Ну, сфоткаю. Там вроде за это тоже деньги дают. Так, шо, а шо я снял? Ну, снял дверь и грязную воду. Ну, нормально. Тут где-то еще кость должна быть. Так, а шо у меня по рассудку? Может, уже пора нахер ехать? А рассудок нормальный. Так, ну, можно пойти пофоткать кость поискать. Где радиоприемник крутит? Кто-то вспомнит? Я, наверное, вряд ли.
щиток вырубил, да? Блять! Сука, нахуй! Я его сфоткал? О, я его сфоткал, нихуя себе. А я его не видел. Блять, ну его в жопу. Фу, сука, я сижу на стуле и пиздец, я ног не чувствую. Так, ну, насколько я помню, вот эти всякие горёка... Так, я хотел вот просто с вот этим разобраться. Так. Ты дружелюбный? Ну, я не понимаю, что такое. Где ты? Сколько тебе лет? Ну все. В чем прикол радиоприемника, я не понимаю. Что-то не так, буду разбираться. Так, я его сфоткал, я все сделал. Я не нашел призрачный огонек. Значит, возьмем горелок какого-то, блять. Я их не помню, кто из них кто. И погнали отсюда в жопу. Ой, бля. Пошли хоть первые деньги заработаем. Хоть на термометр себе накоплю. Все, до свидания. До свидания. Всем спасибо за гостеприимный прием. Было охуенно, я чуть обосрался. 49%. Нормально. Так, я пометил. Выбрал я призрак. Выбрал. Все, погнали. Какой приятный звук какой. Ух! Нормально. Нэнси Андерсон. Хуя себе. Точно, у них же еще имена есть, ё-моё. Так, ну, ну. Банши. Я не угадал. Но я заработал на термометр. Хорошо, хотя бы на термометр я заработал. Поэтому можно будет сразу брать, идти в магазин. И покупать термометр. Все, у меня есть термометр. Я не вижу, что... О, есть термометр, хорошо. Все, на этом тогда я закончу. Это был как первый раз. И будем продолжать дальше. А как вот это открывать? Это надо несколько раз пройти это на разных сложностях, чтобы открывать вот это. Или угадывать. Ладно, будем разбираться. На этом все. Всем спасибо, ребята. Всем пока.